В свой день рождения, 15 августа, глава Якутии Егор Борисов принял участие в заседании Президиума Госсовета. Большое совещание прошло в Волгограде под руководством президента страны. Со знаменательной датой главу региона поздравил и Владимир Путин. День рождения. Я его уже поздравлял сегодня с утра. И хочу от нашего общего имени скромный ему подарок, сувенир вручить, Сергей Иванович. Поздравляем. Основная тема заседания касалась повышения безопасности судоходства с использованием современных навигационных технологий. Кроме того, участники обсудили вопросы поддержки судостроения и развития внутреннего и въездного круизного туризма в России. На мероприятии глава республики озвучил ряд проблем, касающихся судоходства в Якутии. Более подробно об этом смотрите в нашем выпуске в 17:00.